привезти домой и создать им условия, примерно на 400 тысяч населения город, чтобы оправдывал существование этого КАМАЗа и дал все условия для жизни рабочих КАМАЗа. Горячее сердце, великий магнит, труда негасимое пламя. Ты слышишь, дружище, как время звенит. Мы знаем, что правда за нами. Ты слышишь, дружище, как время... Стремительное и одновременное развитие города и завода требовало в такие же сжатые сроки решить проблемы формирования качественно новой социальной среды. Город молод, в среднем камазовцам по 25, а значит свадьбы, значит общение, значит духовные запросы. Мы тех не забыли, кто насмерть стоял в борьбе за рабочее дело. Нас били дожди и сушила жара, но мы одолели все беды. Рабочие люди, побед мастера, да здравствует наша победа! В семье Рахимовых снова звучит слово «новоселье». Все три сына Касим Ага получили отдельные квартиры. Сегодня мы при распределении жилья мы стараемся с учетом, значит, перспективы предоставлять, значит, квартиры, значит, из расчета на три человека двухкомнатную квартиру. И пока, значит, такая возможность есть, это нам удается. Город спроектирован так, чтобы создать максимум удобств для его жителей. Кого люблю? Теперь люблю весь свет. Люблю тебя. Ты лучший в целом свете. Но главное, не мы с тобой, не мы, а наши очень маленькие дети.